Приветствую вас, друзья, с вами снова Крупто, Сорг Юбару, и сегодня мы с вами пойдем в Синекту, в Алтарь, наверное, еще Лего Данж, Твинами в Прому, ну и так, по списочку пройдемся, побегаем. Я надеюсь, что меня хорошо слышно, без там всякой нечисти, так сказать, в голосе. Мы сегодня очень долго настраивали микрофон. Давайте перейдем сразу к нашей пачке и побежим в рубеж времени спасать наших пионеров, которые там застряли, чтобы уже собраться все-таки в Синекту. Так, переходим к нам. Ну что, ребят, все поздоровайтесь. Всем привет. Валики будут падать? Так, побежали. Да я думаю, какая разница, падает. Да. Ну, мне надо... Сегодня у нас много народу. Три штуки. Если не соберем полные два алика, то пойдем как есть. Нет. Я забрала 150 за 20 минут, а потом набежали козлы всякие разные. И вот уже сколько? Минут 40 я не могу собрать ни одной. Это кто говорит? Это Юраунд. Юраунд. Аля говорит. Аля, ты че, микрофон сменила? Нет, ничего не менялось, кстати, все тот же. Хм-хм-хм. Угу-угу. Так, все, я готова. Куда идем? Побежали. Побежали тогда на ближайшую локацию, а там уже посмотрим. Так мы куда сейчас? В Синекту уже собираем? Вначале нет, сейчас рубеж зачистим, поможем Али собрать 50, после этого кого потеряли. И Марине еще надо. Если мы сейчас соберем, у меня откроется это по заданию Румурга. Скажите, пожалуйста, убейте любого пленника, он убежит. Что? Да фиг знает. Я там вообще уже задание не понимаю. Это кто? Может быть, мы с вами убьем любого пленника у Румурга? Так это же эти, как раз, как они? Ну, вот эти вот роботы, не роботы, которые в душу падают. Где? Да. Ну да, они пленники времени. А-а-а. Круто. Такие задания, конечно, блин. А, прикиньте, стоп. Я вчера... Стоп. О, там пачка! Так, вот, я тебе про это и говорила. Катаю. Ну, бешеная собака меня всю ночь стрелала. Давайте, единицы. Двойку, переключились все на двойку. Закатал. Блять. А, меня я раскаталась, но контролят. В тройку все. Тройка ватная. Сейчас резну. Переключились на 4. Какого хрена? Отлично, следующий. Надеюсь, 5-4. 4-4-4. Катаю. Добиваем. Сейчас резну. 2. О, я не смогу. 2-2-2. Игла сейчас там. Катаю. Там сразу накину. Единицу. Ну, не падаем, чего? Забейте единицу. Макс, бы меня. Моя душа просто, как она? И забыла слово. Молодцы. Единица встал. Группу киньте. Коля, тебя секунду. Еще здесь нет, что ли? Нет, я бежал. Я уже отхватил сегодня пиздюля. Быстрее. Но. Моя душа ликует, вот что. Двоечка. Кидайте, парень. Двоечку. Тройка тоже вышла. Двоечку, быстро, дамаг в двоечку. А я уже рядом.
Давай, давай, 4. Бей, Чан. У меня нет этих. Бью. Чан-то бей. Слишком большое. Добейте двойку. Добили? Да. Слишком большое расстояние до цели. Что единичка рядом, за ней все. Так, сейчас я Колю кидаю тебе. Так у нас, блин, у нас группа-то полная. А, мы сейчас это... Альянс? Понеслась. Синим. Ой, кто-то тут встал, ходит. О, да, там что-то. Или хоп, это что, это оно же? Да. Ой, там они писки мерятся. Кто мерится? Тут единичка вон пришла. Алло, где наши? Давай, 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 бежим. Шарик рупят. Три. Ё-моё, кто-то там... Ооо, пиздец, Марина! Три, отлично. Единица. Отлично. Следующий, закол там, четверка. Убежал. Вот так вот, да? Прищемили вам хвост, паразиты? Ибо нехер. Они меня бесят. Донышки, блин. Так, на кого рез? Конечно, на меня. Я постоянно падаю, это лишний перевод резко. Так, пошлите собирать души. Бегут, бегут, бегут. Единица бежит. Единица, тройка. Сейчас их сносим. Юля такая просто Юля безбашенная бежит. Побежала. Куда ты спрыгнула? Решила потрогать его. Закол там четверка. Уж ежедневочку сейчас сделаем, 200 там ПВП. Единица идет. Слишком большой. Единицу этот в контроль, все пятерку бьем. Пятерку. Сейчас. Нифига не меня залили. Я сказал пятерку. Ох ты ж, елки-палки. Я тебя завидеть, я потому что нет. Макс, встанет. Пятерку будете бить? Четыре, четыре, быстро. Четыре. Пятерку, пятерку, пятерку. Она хилит всех. Слишком большое расстояние до цели. Ты слушайте, про таргет-то. Неверно выбранная. Три. Неправильно выбранная цель. Вы слушайте таргет, ребят, и этот, как он зовет, и все будет четко. Я просто добивала уже почти. Макс, скинь кого-нибудь, раздели поровну пати. Да. Сейчас. Скинь или меня, или Лену вон туда. Чувствую, мы сейчас так Алекс соберем. Так, сразу на этот. И всех вырежем. На синекту. Я предлагаю этот, как он называет, пойти быстренько. Смотри. Единицу, единицу. А, там слил кого-то. Видишь, что творят? Вот жопочники, а. Они, сука, не выходят там просто, блядь, что кто выходит оттуда. Пошлите зачистим, почисть, пошлите этот. Секунду, пропишу валик. Пойдемте тогда уже на локи, и там на месте, если что, будем его подковырять. Гоу. Не спешите, Риф. Бегут за нами. Кто-то остался сзади. Развернулись. Подожди, подожди, подожди. Он не спрыгнет. Стоп, 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 вернулись. Не подходите, не подходите, пускай. Все, пошлите, за смайликом все, все дружно бежим. Сейчас будем ходить и вычищать. Шарик же с нашего лего. Да. Если что, я тогда не буду брать души.
Нет. Да, собирайте этот девчонки для начала. Мне по заданию надо какого-то там пленника. Короче, гроб. Сейчас убьем. О, нас он впереди. Да. Пучка лупается там, что давай. Да все. Все, сливаем это. Вон асм. Разворачиваемся. Они вот, они вылазят. Пятерку быстро догоняем. Все единица. Слишком большое расстояние до цели. Один застопил. Цель находится слишком далеко. Цель находится слишком далеко. Зря туда бежим. Цель находится слишком далеко. Да. Давайте назад. Пошли, вернулись. Так, пошлите, разворачиваемся. Они нас от дела отвлекают. Пошлите. Все в одну кучу давайте. Как бы еще прописать, чтобы этот Грек и Шарик на АвтоЭску зашли, если уж так он... Пускай, может быть, ну, написать им, пускай они в АвтоЭс зайдут, хотя бы там гостевое, и мы их перетащим сюда. Они в нашем леге. Ну, я поняла. А, уже пароль, да. Так, все за смайликом. Давайте. Неверно выбранная цель. Сзади они подошли. А нету их еще на радаре, ну. Да, есть. Было, но пока нет. Вон, где единичка бегает. Бейте им пока сторожи. Новое село. Что-то не пойму, а где души вообще? Столько мобов уже легло. Цель находится слишком далеко. Цель находится слишком далеко. Они мне интересны, просто валики будут падать. Так, ПВП, ребят. Смылся. Забирайте там пока там. Да филище душ. Единица. Слишком большое троечку. Блять, 5 нужно, 5 хилит. Нельзя атаковать. Развернулись. Сраку их. Таргет сразу готовьтесь брать. Скорее всего, 5 либо единицу. Лучше пятерку, конечно. Я единицу, пятерку контролю, тогда либо единицу. Саш, привет. Наверное. Ну, ждем, так, ждем. Что тут душ нападало, я собрала. Отлично. Если что, Саша едет с работы. Теперь Марину, да, нужно собрать? Да, мне 3 всего. Угу. Ну, сейчас. Влади, ну ты присоединяйся, чё? Чё за разбор? Всё как всегда. Готовимся, бьём этот и в таргете единицу возьмём. Ага. Макс. А? Прости, конечно, за вопрос, но, блин, где ты нашёл шапку ананаса? Наса. Души, Марин. Единица. Цель находится слишком далеко. Слишком большое расстояние. Ну, это бредня. Чё мы тут догонялки будем бегать, блядь? Пускай сами приходят. Детский сад устроили. Их там тоже уже немало, кстати. Да и хер на них, сыкунишки, блин. Пошел, куда ты пошел-то? О, Бетя тут. О, давайте подожди. Стоп, назад все. Все назад. Пусть Бетю убивают. Пусть Бетю убивают. Бетю. А он сам уже удрал. Так, вот, ребят, наш селекто таким образом отложится. Пошлите, набьем эти долбанные души. Быстро. Сколько Марина осталось? Спасибо. Все, набили все. Да. Пошлите. Давайте уже в эту. Единицу добиваем. Макс, Саша уже с работы тоже. А он в стриме написал. Вот. Отлично. Я же сказал, Саша едет. А, ну там уже да. Там уже Блуди сидит. Чё за питерские разборки? Пусть заходит и участвует. Я ему тоже предложил зайти и поучаствовать. Чё сидит там, смотрит. Я как не зайду, вижу, что там Блуди с этим, с вирусом. То один другого сливает, то наоборот. Тройка. Ну что там, берёте? Ну конечно. Куда? Заходи в зону, чтобы не это. Зона, да, зашла.
Он почесать спинку. Теперь вот как-то мне надо два шарика резнуть. Да. И нет. Yes, мне ее засчитали. Я задание сделал. Я не буду его сдавать нафиг. Когда выпадет, тогда сдам. Супер этот. Блин, а я сдала. Вот, зря. Чего, уходим? Да, все, пошлите. Ну ладно. Ребят, спасибо большое, что помогли. Да не за что. Я бы тут колупалась до следующего утра. Так, чё, синек ты там? Да? Ну чё, Макс, сколько Саша будет? Да пусть поиску? Догоняет, а там едет себе с работы, а то подслушивает. Шапка ананаса, либо просто ананас пишешь. И, так, и он находит в поиске её. Привет. 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 Всё веселье пропустило. Что было-то? ПВП было в ПВП. Я не люблю ПВП, так что... Очень весело. Блять, в каком поиске? В этом, что ли? В науке? В магазине. Да, да, да. В магазине. В магазине. Эту ш... Боже мой, я так... у меня была такая шапка, будем продавали. Бесплатно выдаю. Не, ты не видела, как я сегодня искал без костынка? Или как там, без фуражка? Я ввел науки, меня не нашло, а потом я сам нашел. Если вы собрались выкидывать кусок новогоднего пирога, пожалуйста, не выкидывайте мне его сегодня, по квесту, блядь, засчитали. Жестоко. А я, по-моему, выкинула. Да я тоже хотела выкинуть, но что-то как-то отсрочила это все. Блуди, не понял. Что у тебя? Что у тебя на. Ты на празднике. Значит, комп от тебя на 2 суток. Все, до свидания. Остается, короче, только смотреть. Ну, что делать, поляк, смотри. Так, а вы это. Я следующий буду только снимать, скорее всего, 29 числа. Или 30-го. Куда? В семинтер бежит? Не-не-не. Что, у меня сегодня выходной, и потом я 3 дня работаю. Аля отказывается вступить. Аля в снег да, не пойдет, да? В смысле? Ребята. Ребята, да. Поздравляйте меня. Мне выпала из сундука шапка. У шапки у меня не было. Поздравляю. А мне ничего не упало с 3 сундуков. Это лошар. Аня, Саша передал, что он все слышит. А что за шапка? Непревзойденка? Ребята, не забывайте подписываться на канал. Вам поставится нажать на кнопку 1 раз, а для меня это важно. Шапка тоже неплохо, у меня оставалась как раз только шапка. Ну, как бы еще оружия нету нифига, но как бы получается у меня полный сет шмотки. Так, а что, смотрите, я прям молодец, у меня осталось 2 задания выполнить. Продать на 100 миллионов и еще 300 душ. Мне нужно 20 лямов апа, ну уже 17 где-то или 15. Слушайте, мне и сегодня... на 100 лямов продать. Написал в группу, значит, наш коллега, лайфхак, как на 100 лямов продать. Продаешь, да. Выкупаешь, продаешь. Ну да, да, да. Жестоко. Какие, а? А чё? А, знаешь, как заточить? Берешь желтые точки и сраную желтую шмотку точишь по откату до 15. 3 шмоток 50 было. А лучше сараки вытаскиваешь. Ну, сараки. Ну, я не сараки брал, а... С этого судоса мне нужно было в коллекцию. На плюс 12 в коллекцию их надо. А мне нужно был шмот в коллекцию. Я точил там. Ну вот, кстати, рекомендую вначале собирать на плюс 12, который точить. Нелегко точится. И достаточно много прибавляет по относительно остальных. Ну, так и делаю. Ребята, на гвардов никто не хочет потом сходить. Я бы сходила. В кельку? Пойдемте, а че, по ПВПшимся там, может замес устроим? Мощный. На задание на кварту. Ну нифига себе.
Ой, нормально. В толпе только кнопки нажимай и бей. Парни, не забываем ставить лайки. Ты в сапе пойдешь. Ну, я в саппорте переоделась. Слушай, а прикольно, да, придумали вот с этими там заданиями ежедневными, прямо так и там, чутенько. Нет, не прикольно. Прикольно было бы, если бы они были еще более-менее выполнимые, а не когда ты там шкеришь, не знаешь, по полчаса ищешь сраную кепку. Ну, у тебя ананас, у меня была бесфуражка какая-то. А я считаю, что это наоборот очень прикольно сделали. Чтобы если ты не выполнишь задание, ну, не можешь выполнить, ты можешь его выкупить 30 рублей в курсе. Чего? Да, да, я уже два раза выкупал. Я успею в крепу метнуться и обратно. Нет. Жестко, да? Привет, Вов. Все, ну все. А, ребят, напоминаю, да? Сейчас я вам покажу. Серега стоит, ждет. 11 лет Айону. Добавили новые задания. Типа фоновый ивент, в котором могут участвовать все. Вас добавляют в разные группы. Я тут самый говёный. И вы выполняете ежедневные задания. Вам за это дают монеты Бабарунга, за которые вы потом можете купить у NPC определенные предметы. Это очень кайфово, в принципе. Есть непревзойденные волшебные камни. Есть что купить. Плюс вы можете заработать здесь главный приз, если ваша пачка выиграет. Для этого вам нужно ежедневно выполнять вот эти задания. Если вы выполните дополнительные достижения, то количество очков за задание у вас вырастет. Соответственно, вы поднимаете свою пачку. Очень интересный ивент, советую попробовать. А Марго, нет контактов у тебя с ним? Как видите, я здесь уже выполнил несколько достижений, и я уже получаю 3 очка за свои задания. Вот. Платкова находится в приложухе Айоновской в Фугейме, да? День рождения Айона называется. Через нее заходите, и она выдает вам, соответственно, задание, которое вы можете посмотреть, выполнить. В игре выполняете, оно здесь обновляется. Хорошо. Так. Ребята, Блуди, лайки ты ставишь дракону, да, а смотришь меня. Вообще. Платки, которых у меня никогда не было, появились. Сам себе противоречишь. Сейчас, 5 лет. Ну, давай релогнись. Прощение. Серега не идет, да? Алвинг? Ага. Идет, идет. Он здесь стоит, просто он факанул. Факанул. Люба вроде должна зайти. Отлично, давай. Дэн не придет. Гена, ХЗ, он на работе. Ой, Гена, говорит. Чего драконы будут первыми? Дамир, он на работе. Ты имеешь в виду поэтому? Где тут драконы видели? Драконоборцы, что ли? Не, слушай, тяжелый хранители эфира первые. Мы все... Я да? вообще в крылатом братстве. Ты кого там паришь? Можно не парить. Я всех палю. Ну, посмотри, чё. Аля, чё у тебя с ХП? Что у меня с ХП? Ну, какой, Аля, у меня? Йорант. Все нормально сейчас. А то у тебя там 59 было. Это, видимо, я пока прогружалась обратно, он сначала на меня штаны надел, потом перчатки надел, потом шапку, и вот как бы оно набралось. Очень интересно, кто этот он. И почему? Он это бог Айон? Да. Он залетел в форточку, раздел и одел ее. Или в обратном порядке. Блин, где такие форточки? А кто такой вот у нас? Где такие форточки? Вот этот. Ну кто у меня в пати Ган? Ган?
А кто это? Действительно. Так, подожди, а как он оказался у нас в альянсе? Макс. Какой ужас. Ты, наверное, добавила, у тебя вон кепка. Ммм, это точно не я. Че, в ТС-ку не судьба зайти посмотреть, да? Ой, так, между прочим, у меня установлен этот Авервульф. О, Авервульф. Он чего-то мне помогает? Ничего не помогает. Походу, только он мне утяжеляет игру. Да нет, помогает. А, это Вова, что ли? Оба-на. Не узнали, богатый будешь. Такая проглотила, да? Опа-да. Ну да-да-да. А что это вас на экзотику потянуло, молодой человек, на Ганна? Хранители кефира? Ну, Ганнеры, это да, те же есть стены, немного. Только без инвиза. По-моему, там Макс в этой игру. С дамагом, да, в хранителе кефира. Да, бегать никуда не надо, стой себе, как тюрелька, пыщ, пыщ, пыщ. А может я на барда пойду, чем вот это с Османом три художника? Че, когда у тебя там будет новый видосик с моим участием? Да не, худы, они прям имба, ты че? Так, ну дело в том, что Барт разгонку даст, а нахера три художника лишние уже будет. Два еще нормально, а третий уже так не тубить. Ну, у тебя по дамагу как твой Барт? Он как твой художник? Ну, чуть-чуть послабее, потому что все-таки это Барт. Насколько послабее? Ну, у него 22 тысячи махатаки там. Так, а у художника? У художника 21 219, это без разгона. Ну вот смотри, если бы было у него 23 хотя бы, то тогда бы он был бы равен твоему художнику. Ну, так он чуть-чуть слабее, я же сказал. Да, ну поэтому по дамагу мы просядем. Да я не думаю, что мы намного просядем. Знаешь, честно, я тебе хочу сказать, что вот когда подбираешься к 23.5, там каждая соточка очень сильно увеличивает дамаг. Не знаю почему, но вот... Я отбежал ненадолго. Давай. Прям вот каждую соточку, когда наскребываешь, прям вот чувствуется очень. Блэд. Давайте, ленивые эти товарищи, у кого нету еще, как у меня, или у всех есть. Блядь, я один Алёша такой. Баф полумесяца не взял. Я где-то Надьку цепанула, по-моему, в тоннеле. А, ну сейчас. Устал докричаться до вас, решил написать, да? Ну да. Как это, почему так интересно, что физатака не равна маг-атаке, блин, пипец. Или это именно от класса зависит? Это от класса зависит. Если бы ему сделали также 22 400 худу возможность разгонять... О, Дэн пришел. Всем привет. Здорово. О, себя, я только место хотя есть? Не будет. Место есть, конечно. Так это, Леня, что только жало? Написал, что я, говорю, уже дома, ё-моё. Да? Жар, я да? Уже не смотрела. Ну, понятно. Все, захожу, короче, сейчас. Молодец, вовремя. Ну и трезвый, тем более, нормаляк. Слушай, ты получше Вов, меня. А ты знаешь соотношение этой атаки у Глада к другим классам? Это ты Вове спрашиваешь? Да, Вову спрашиваю. Ну там только примерно, и то к сину, когда я сравнивал с сином и с Ганнером. То есть, грубо говоря, маг и физ, да? Ну да, да, да. И сколько у вас там получилось соотношение? У Гладов тяжелее всего, даже учитывая разгонную стойку, база скиллов слишком низкая, и Глад должен разогнать как минимум 21 тысячу, если не больше, чтобы уравняться с Ганнером. Я тут. Так, а успеем, Макс, под нет? Разгонками 26 это много, мало? Ну, это примерно как 22,5 у мага, 23 даже.
Но ты хитрый, так, блин. Нужно до 27,5 догнать, чтобы было 23,500 у мага, да? Слушай, на самом деле мы планируем жестко, как бы создать прям плейлист для новичков. Но и вот эти изовые данжи будут. Что... Также данжи, которые мы вообще никого соло проходим. Никого, блин, не... это... Да, это одни шоты будут сплошные. Кстати, Удас зашел, его смотрят. Да, заметно? Да. Ох. Красавчик. Да, я себе внешнюю звуковуху купил. Вместе с гитарой новой. Он еще сказал, что сегодня сыграет нам на гитаре. А что за звуковуха? M-Audi 192.6. Слушай, ну идея нормальная. Неплохо. Она шикарна. Так, ребятки, я быстро курну. Мел. У меня бюджетненькая стоит, Behringer. О, Люба, привет. Косяк и новые вот эти перевоплощения, которые они запустили. Вот Люба, это косяк. Ты на заходишь? Я купил всего два пака и забил болт вообще на это дело. Так, Дэна я кинул. Уже пошли? Слушай, соло пока Макс проходит. Я еще не проходил один соло. Мы проходим... Ну, проходили с Максом вдвоем. Стеллу, да, и с Леной вдвоем Стеллу проходили. Один что-то я... Неохота, так сказать. Конечно, Люба, если ты хочешь оттуда взять. Спасибо. User entered your channel. А можно я? О, Юлёк вернул. А у нас лат нету. Так, давайте еще 5 минуточек и начнем. Гладом заходить, да? Че сам ты не снимешь, как соло проходишь? Да, ну видишь, у нас еще Олег должен был подойти. А написать есть возможность ему? Я написал ВКонтакте. Говорит, Ташуля, ты скоро? Едешь еще? Так, а кто у нас будет там? Отошел на пару минут. Вот сейчас либо Люба, либо Олег, если придет. Отошел. Очень интересно. Леночек, как у тебя дела? Люба, я видела, ты мне написала, начала тебе писать, как всегда, отвлеклась, птички в голове, туда тыры пыры восемь дыры, да. Я хотела написать, что я зайду, да, ну, там... Какой Новый год же сейчас, понимаешь? То в одном месте корпоратив, то в другом корпоратив. Нет повода не выпить, короче. Skyline-то запустила? Оля запустила, я боюсь его открывать, потому что я просто зависну в этой игрушке. Играешь? Да, Йона, да. А, ты уже снял? Поэтому я очень надеюсь, как-нибудь утром встану, пока вы все будете спать в своей Москве, блин, и Питере. Я сяду... И построю себе город, наконец-то. Я пока не могу там... Я хотел как бы вот это поснимать, но моды все слетели. Видимо, там какую-то обнову выпустили, она это... Поломала все эти дополнения. Ну вот, например, главный вот этот, дороги, где ты можешь дорогу наложить, близко mm-hmm. расположить. Ну вот это самый главный мод, которым, в принципе, ты пользуешься. По совмещению вот этих дорог. Вот он не работает вообще. Колечка, которым ты пользуешься. Это же да. Ты педант, которому, знаешь, там полмиллиметра туда, пол сюда, все уже не так. Я не могла смотреть, когда ты там вот выжил с эти дорожки, подравнивал. Мне вообще проложил и Вася код. Для меня главное, чтобы народ приезжал и деньги давал. Денег-то у меня там полно. Но ты видела, какой там город красивый получился? Очень красивый, да. А Марина тут? Боюсь, да, Марина. А, Марина, что ты говорила, что луков пофиксили? Я что-то ничего не понял. Че ты там начинаешь, а? Луков, наоборот, укрепили. Чем? Да, слушай, вы это даже в автобитве ты видел, что там два бафа как раз вот для лука? Это понятно, да. Это всем добавили. Не, самое главное то, что у нас полоски бафов теперь не кончаются. Это да. Хоть это рано. Нет, я в конкретности у луков. Всех. Просто, по лукам-то. Мы ходили... Куда мы ходили? Да, Манорно. Манорно, и просто у меня там три ряда бафов. Блин, они не спадают никто вообще. Не, я больше
easily joined your channel. Это да, то есть, смотри, мы просто не попали лучники в этот патч. То есть нас в следующий всунут. Когда усиление стрел, у нас пофиксят, ну, урону. Я надеюсь, сорков там никуда не всунут. Я слышала, что там как усиление стрел, там что-то там нормально пофиксят. Ну, 300 или 400 уберут там, не помню. Почему пофиксили? Ребят, не стесняемся, ставим лайки. При этом не тронули. Пишите, задавайте вопросы. Особенно какой конкурс нам сделать в следующий раз. Это риторический, правда. А мне зарезали мое любимое умение. Не, меня ничего не резали. Что там за синий прыжок у Глада? Который с удочкой. Ну, микропаралич на секунду. Да. Не, не порез в прыжке, а что-то там. Как по-другому называется. А, этот. Захват ног имеете в виду? Нет, захват ног это дальние корни. А тут именно синий прыжок, который. Когда ты прыгаешь на цель, даже если цель в этот момент куда-то убегала, ее подтягивает на то же самое место удочкой и. Паралич от удочки длится секунды, наверное, полторы. Давиньоновская. Это Давиньоновский. Давиньоновский скилл, да. Так очень объяснил. Верди, что ли? Да. Другой, ну, второй. Вот его должны были нерфануть и поставить вместо удочки вот этой бесялой, сделать им стан. Ну, слушай, мне кажется, там скоро всех понерфят, блин, и будем какашками. Но я слышал, что сорков наоборот усилить должны. Бесяло, да? Правда, куда дальше, но пускай. А занерфят только в следующем апдейте. Кого? Синий прыжок гладов. Да, Ваня. Где-то, походу, этот прыжок насолил Вове. Ну... О, Олег. Гладов это имба скилл. Привет. За время прыжка они успевают дать целиком серию, а ты даже ничего не сделаешь. Олег, заходи. Ждем тебя. Так, ребятки, а у нас сколько на сбор? Роутер пришлось перезагружить. Кстати, у тебя какой оператор? Я тебе знаешь, что подгоню? Закаточный карандаш. Смотри, у меня недавно рост целиком был, они меня поменяли, у меня все нормально стало. Кто закатает в Лоде быстрее губу? Что там за Мерседес, что за Жигули? Я тоже не понял. Я ему написал, он не мне пишет. Я писал, слушаю, да, и мне, он мне сейчас личку пишет, что не мне. У меня тут еще Блуди, я говорю, пишите в комментариях, какой конкурс запилить. Он пишет, конкурс, кто больше откинет Кинары Блуди, голубит. У меня уже взрывает все. Ух ты какой! Может, по химику лучше? Все-таки наш конкурс. Да девочкам лучше. Конечно, девочки. Я уже потом девочкам разделю. Может, вам тамада просто получше нужен? Чего? Может, вам тамада просто получше нужен? Это у вас конкурс странный. Не хочу не участвовать. Ну. Это кто, Сережа, что ли? Ну да. Да. Я ему уже сказал, будет конкурс, кто быстрее закатает губу Блуди. А это? Все с ГЗМ-очками к нему побегут. Да. Что-то никого нету здесь из их. Ну там я так что-то по чату вроде так. Поняла, что тоже собирает. Что у нас тут с народом? Что происходит? Так, смотри, Любу или Олега берешь? Олега. Люба, я не поняла, это что за номер? Кинула Лена просто на. Ну, с размаху так меня. Прям леща, как мортаж. Ну, Олегу нужен шумот, а я, собственно, оружие у меня есть, кирса у меня есть. Не-не-не-не-не, ты не поняла. Мы на третью дорожку имеем в виду, кого берем. А ты что подумала? Я хозяин.
кто из вас хочет быть в этой большой машинке и быть танком, Олег или Люба? Мне кажется, Олега лучше, опыта побольше, нет? Я в машинке не была. Никто не был. Олег, ты был в машинке? Был, был. Был, конечно, я помню. Все, значит, Олег. Надо же. Я уже. Так. Всех взяли, посмотрите, может, кого забыли. Меня не взяли, вы чё, блин? Кромничаешь. Я ж тебе кидал два раза. Не, я курить ходил уже. Вот кинутый я остался. Мне уж курить надо. Говорить всегда так. Наглядный пример о вреде курения. Это тебе не Айки слово курить, да. Блин, все, теперь этот, как он называется, стрим надо 18+ делать. Ну что ж ты, давайте не начинать 18+. Мне скоро, вообще ограничения придется снять. О! Я буду просто молчать. Ой, не начинай, тут прибедняется. Ой, да ладно, хорош тебе. Лен, прокурашь немножко, как мы молчим, да? Опа, а давайте-ка мы послушаем подробности. Останавливайся. Ну чё? Мы вчера с ней спали, как супруги, после золотой свадьбы. Чё? Что она там в своей постельке, я в своей. Какой ужас. Так, я, походу, много пропустила. А, у нас еще двух человек не хватает, да? Нет, почему? Мы можем спокойно так. Я больше скажу, у нас тут... Золотая — это сколько, 50 лет вместе? Да-да. Нет, 50 же это не золотая. Уже видел счетчик в Айоне какой быстрый, поэтому... Кстати, интересно, сколько годиков-то прошло? Ух ты, по игровому 235. А где ты смотришь? Подожди. А вот где это? Аккаунт? Справа, где этот? Правый нижний уголок. Правый нижний уголок, где солнышко сейчас нарисовано. И чё там? Игровое время сервера, то есть ему, грубо говоря, по игровому времени 235 лет. Ну, нихера себе. Ты меня семеро. Не, а где посмотреть, сколько ты играл уже? Отыграл. Ну, смотри, Айону 11 лет, да? То есть 235 лет можно смело разделить на 11 лет, и получится игровой-реальный год. Ну, можно, видишь, только посмотреть, когда ты вообще зарегистрировался, и все. Так, когда ты зарегистрировался, можно посмотреть. За постоянную игру, да. Вот у меня, допустим, январь 12 года стоит. А, вот, награда за постоянную игру. Сейчас. Где ты можешь посмотреть? Где там? Сколько лет Айону? 11 лет? 11, да. 21 год за год идет. 21 год. А это где посмотреть награду? Да где-то в списке тут. Награда за постоянную игру. Если ты ее закрыл, Вова уже взял, у тебя ее нету. 2012 год у меня. Первый шаг до его. Да. 8 лет у меня аккаунт. Я не могу найти где-то. Не, Лен, если ты приняла с утра, когда зашла, ой, в обед, ты не посмотришь. 8 лет это вы так еще не, молодые. Не, этот, не принимай с утра, когда заходишь. Боже, Будин, ну не смотри тогда. Закрой глаза повязкой. Одень гандончик, чтобы предохраниться. У тебя по игровому времени ты 170 лет здесь тусуешься уже. Ну нихера себе. Старуха у меня, блин. Молодо выглядит. Я здесь самый молодой. Я самый молодой или ты самый молодой? Я самый молодой. О, я уже тут старикан вообще. У нее вон кирпичи сзади падают. Подгузник не держит вообще. Так, куда у нас? Аня пропала. Ничего себе, у меня 10-го года. Это сколько мне лет? О, ты старше меня. Блядь, Коля! На тридцаточку старше. 213 у тебя. 9-го, 10-го, что ли? Я что-то, ребятки, не понял. Вова, ты что, переобулся в ганнера? Лен, ты 10-го месяца? Года. А у тебя, блин, ты пойдешь по левой, нет? Да. 10-й? Понял. Так, 9-й? А что Дэна тогда кинули? Ты старше меня. У меня в третью надо. Да. А вон у нас горе, и мама, робота да? Залезть. Я 11-й месяц, это 9-й.
Тоже 10-й Люба, год? Люба не ходила да. еще. Так, научим, ну, давайте. Научим. Научим. Ну все, ребята, пошли. Пошли. А всего 4 кнопки жать надо. Синяк. Ну да. Ладно, Люба со скиллом неплохо справляется, да, Люб? С каким? Ясно. Но Люба ничего не поняла, да? У нас так народ до хрена. Okay. Не обязательно, не обязательно. О, у меня, короче, разорвалось это соединение. Я понял, ничего страшного. А чё, Максим, ну сходи ты возьми пушку. Да. Все, заработал. Сорян, ребята, тормозит интернет. Люба. Ой, да, Люба. А, ты в нашей же? Спасибо, Вов. А, нет, ты а, не нет. в нашей, подожди. Нет. На первый. Он здесь, а он с нами не идет. Смотрите, да? Олег идет с вами. Кто идет, кто не идет. Я не иду. Нас меньше? Почему? Нормально. Не жрать что-нибудь? Я бы этот... Ты мне скажи, нет, когда вот мы идем с этим, Макс, когда я иду брать себе робота, кто с нами идет, который, чтобы не получилось, Вова. Чтобы опять пушку себе взял? Люба пушку возьмет. Не пушку, а ядро вот это, для которое... А, это Лена определит у вас. Или кто у вас будет. Тебя, вот он Олег, тогда юзнул, ядро... а рядом никого не было, и он Олег, попал. Ядро ты не берешь. Я знаю, но когда рядом никого нету, оно мне автоматически вычисляется. Смотри, первое ядро я заберет в любом случае Вова. Just stop. Он же Лилуч. Ты отказываешься от всех ядер, вот и все. Как оно тебе? Второе ядро, ядро я беру. Ядро тоже можно заюзать, знаете, да? Два ядра подряд можно заюзать? Нет, у меня ядро было, я в роботе заюзал в пушку ядро. Нет, тебе лучше не надо. Ты будешь долбить, я возьму да, второе чтобы и все. Не бегать лишь. Третья пачка. А он не бегает, он ходит медленно. Тем более. Коль. А. Ты там комментируешь? Чего комментируешь? Я ничего не комментирую. Я вас слушаю. Как вы с ядрами разобраться не можете? Теперь самый интригующий вопрос. Кто остается? Я. Я могу остаться. Можно я останусь? Я зашел, я с вами стою. Да вы дадите мне сказать. Да я остаюсь уже, все, хватит. Да никто не остается. Поржем. Че жопа? Я остаюсь, вы бежите. Я так, покомментирую. Сегодня ленится Валера. Все. Ну, вообще, меня никто ни разу не оставлял. А с ним вот, Алвин, ты в этот, в САПе? Я погнали. Могу в любой. Такой ну, ты в САПе, скажи? Да, сейчас в САПе. Отлично, значит, Марина остается. Зашибись. Ребят, мы сейчас в Синекте. Разделились на три группы. Соответственно, вначале мы сейчас тут побьем мобов и разбежимся в разные стороны. Верните его. Хватит его тягать. Лего, ходи сразу сюда. Вторая пачка куда идет? Направо или куда? Так, смотри, третья пачка идет направо, вторая пачка идет за жопой. Пропуск убежит. Макс, у тебя в груди место сердца жопа. Да, походу. Валер, я с тобой согласен. Ну вас банят. Жесткий. Жопа у него, а не сердце. Давайте похилим первого этого хилы чем-то. Что-то он пипец никак не берет. Марина, ну ты все равно берешь. Да, использовать. А, ну если так, то ладно. Так, направо все идите, я сейчас сролю вот эту вот камушек. А все бегите направо, зачищайте там мобов. А че Альфия тут осталась? Лен, погнали. Отказ. Чё, куда у меня лицо в Юбару девается? Вообще, где он? Юбару? Юбари бегают тут. Бьют. Лен, погнали, время у нас. Давайте, давайте, давайте. Чистим здесь быстренько. Ребят, здесь чистим. Отказ. За жопой все. Отказ все. Кроме Олега. Они это бьют уже, Лен, погнали дальше. Они давайте, там давайте, бьют, давайте, бьют. Давайте. Все чистим быстренько здесь и побежали дальше. Время тикает здесь, не забывайте. Рида, Гена, ты где умираешь? Неверно выбранная цель. Неправильно выбранная цель.
все, побежали отсюда. Ребятки, не забывайте ставить все, лайки и подписываться группа, на канал. Сердечко. Жопа у тебя, не сердечко. У него гранитный жопочка в груди. Задолго мы их как-то бьем, да? Босса. Ты заюзаешь бомбочку? Ага. Я подниму. Ты заберешь ее, да? Да-да. Окей. Да мира, нет бомбов, никто не агрит. Валера, сейчас сколько изжанули? Кого забираю? Шарик. Я остаюсь на... А, все. Тогда сейчас. А, Люк, ты забирай. А в единичку Алвин, единичку отхил. Единичку отхил? Я не вижу единичку. Единичку отхил, увидишь. Не вижу, а, вижу, вижу. Пол отхил в единичку. Красиво, все здесь. Отхил. Отказ. Всех остальных агрим мы бьем в центре. Как отхилишь по фулу к остальным, подхиливай и проверяй единичку. Да, я сейчас массами буду хилить. Макс, ты побежишь пушку брать, смотреть? Ну, с нашего. Не-не-не-не-не. Ну, оставь его еще. Пока щедрый. У нас дамага, ребят, если бы у нас две группы набралось, надо было бы так все пушки забрать. Да, только заберете, если с меня этих хрень. А так это вообще никак вроде не сидит. Али, не стой, беги, юзай. Али, чайки. Дым забирай. Третий отказ. Я забираю. Третий отказ. Пушку забираю? Давайте бегите дальше, я пока отойду. Пушку да, Люк, забирай. Заберите моба вот этого. Че их еще не собрали никого? Аля, ты юзаешь? Он тут слепо уже юзает. А, где? Понял. С очками он-то, да. Кто забрал? Дэн. Я забрал. Алвин, за мной. Угу. Сейчас единичку также откинем. Полетку проверьте, ребят. А, ты вместо Марины там бегаешь. А, вижу. Единичка отхил. А тех двоих, которые там вот этих бьем, нет? Конечно. Нет. Всех бьют. Всех бьем. Это у вас там. Они же нам переагрятся на НПЦ. Ну, может быть. Вообще нет. Пол дамаг вроде, да? Полетели. Жалко стрел, что ли? Все-таки не покупаешь. Так же. Как, Юля, так умудряешься? А почему стена еще не разрушена? Кто где лазает? Блин, пометочки сможешь на очковых? Ну, ничего себе ты придумал. Крольчик. Добейте его. Тут слишком много, ну как бы трудно. Я забираю это. Да, забирай.
все зачищаем этот пятак. Полностью все, кто здесь сейчас появится, тоже чистим. Твою мать, блядь, он... Мой таргет, в общем. Мне чуть сердце сейчас не встало. И не встало. Чуть не встало. Это как волк. Моб вот этого, которого хилить надо, да? Он, короче, начал бить на моб, которые подбежали. И он бьет же, он типа глаз и как если автоатакой ударил, короче, и наклоняется. Я думаю, твою мать, он что, добрый уже. Ну, ничего себе фиаско, да, только меня стали по халтурить, и бац, положил МПЦ. Не говори. Дальше. Тебе так и хочется, Дэн, оставить здесь первую тучу мобов позади? Неверно выбранная цель. Убили и побежали на следующих. Под маслом не умрут. Пасон можно сюда? Слева появится. Не появится. Они а? Всех убили здесь. А, уже. Понял. Так, у вас там все? Если да. все, возвращайтесь. Я даже, уже говорил... даже машинки все убили. Я говорил Валерию. И... А что по очкам, ребята, не хватает? Не хватает, да. О, наверху 63 вижу, один. Ага. Макс, давай, ты же знаешь, где ты прячешься. Отказ. Саш, забрал. Вон там у двери еще не сделали. Да, 63. Все равно не хватит, еще надо как минимум двоих. Отпустили, значит. Все правильно, двоих, вон они, двое. Всех победили. Заходим. А Юля добежала? Да, вообще здесь. Так, вторая, третья направо, да? Да, точно верно. Заходим. Юля. И Саша. Отлично, понеслась. Баф даю. Да, по кочкам. Бафы давайте в своих группах сами. Ну дал кайса. Что стало кайса? Дал Крамеду. В смысле кайса Крамеду? У тебя что, уже СС миньон? Нет, тоже. В смысле кайса Крамеда это отдельная. Кайса это коллекция, а Крамеда это Крамеда. А, блин, точно. А СС миньона я сделаю завтра. Крамед даю. Не сомневалась. Ну, у меня два ясных миньона. Я должен докачать Крамеду до четвертого грейда и в нее впихивать второго ясного. Точнее, открывать второму ясному, впихивать ашному. Потихоньку фармить себе. А, ясно, чтобы туда запихнуть. Блин. Сейчас не могу. Шаманы. Алечка, подхиливайся. Перехват. Угу. Сейчас опять будет ураган. Я наготовься. Коля спрятался под роботом и думает, его там не достал. Меня никто еще не достал. Пушки появились. Где? Юзаем пушки. С левой стороны. Заюзу.
Хоть убей, не вижу. А, все вижу. Заюзал. Переход. Перехват. Через Алик попробую выделить. Ты потому что у меня сейчас пачка умрет. Они уже. Пачка умрет. Мы умрем, мы не переживай. Нет, я переживаю, вон смотри, я чего от Глории сейчас останусь. Ну, вас Глория, может быть, да. Со всех остальных можешь не переживать. А, Марина! Подхилю я так чуть-чуть. Вас будет дерзать. Шренечка, еще раз. Выброс. За Нефилима, кто не может стоять. Да, похоронили за меня. Я встану, Марин, нет. Встанешь? Да. А не пока на мне. Глория, рез. Конечно. Осторожно, к центру идут ураганчики. Они на мне. Давай, уводи их назад. Я, конечно, глазом их захера. Прям вот как монумент, да, Олег? Ах, а я вот не во льду. Они половина за мной, половина не за мной. Да. Ну, да. Хорошо. Молодцы. Ну, вот мы убили. Так, поднимаем. Аня, ты где упала, скажи мне? Да, устала немножко отдохнуть. А? Очень часто такая херня, что не может, ты вроде как подходишь к персонажу, а он пишет, цель слишком далеко. Пожалуйста, ну кольчугу. Крылышки атака. Крылья, да, крит. Где ж ты был в прошлый раз? Они никому не нужны были на крит. Ну ничего. Дали кому сунуть, сейчас да? Будут. А крит это ПВПшный ведь, да? Да. Почему ПВПшный? Там нахер, нет, слабость. Там просто крит. А крит это ПВЕ. Крылья атака. Как добавили. Туника, получается, антишок и кинжал. Кинжал первый раз, по-моему, падает. Нет, не первый раз. Их кенджики вечно некому отдать. Угу. Ну, как истощение некому? Кенджик. Кенджик. Блин, да, я вараки чем бью. Кинжал нужен? Не, я не спорю, но у тебя, видимо, не было, когда мы в прошлый раз кенджик думали, кому сунуть. Вов, что ты начал говорить? Гладом, луку. Ну? Так. Но... Нужен кому-нибудь? Люба, Балафрей. Ну, я бы засунул кинжалы. Так, кому нужен кинжал, рольте, давайте я... Кинжал мне не нужен? Если только в коллекцию. Нет, в коллекцию не идут. Нет, не идут они. А, тогда нафиг он нужен. Кому нужен по классу, тут ролит. Ну, почему? Так, теперь... Ладно, луку норм. Переодел, добав кинул, обратно переодел. Спасибо. Ну и все. Так, у кого у нас атаки нету? У меня нету. Крыльев на атаку. Я уступаю, у меня нет, мне не надо. У меня крылья только на крит, но я вполне счастлива. Я не счастлив. У нас Валера тебе нужны, да? Да. Мне на атаку тоже. Чего вы все такие несчастливые? Пусть разрулят еще 4 захода, по-любому еще атака будет. Конечно, там сколько нападает. Ты чё, ну, уснул? Давай, алло, Макс. Смотрел. Значит, давайте рольте, получается, Валера и Дэн. Спасибо. Граза, Дэн. Так, все остальное фри ролл. Кто взял эпик, откажитесь от остального, потому что... Okay. У нас зачастую никто не этот не ролит. Так это фриви, да? Да, да. По одному эпику в руки. Угу. Так, и побыстрее, побыстрее, побыстрее лутайте.
кто хороший эпик сролил, от реликта тоже откажитесь. Вот эти сундук. Мне Дамир написал. Чё написал? А что мы так рано собрались? Так получилось, я в группе написала, что большинство здесь. Поэтому собрались. Он зашел? Пацаны, палцы с сундука. А, блин, я не знаю. Ну ладно. Счастливый выбежал сразу. Без трусов. Кто залутал? Давайте по-быстренькому выходим. Регрупп. И мне на пару минут нужно отбежать. Как раз пока время. Что там все падает? Да. Супруга балуется. Супруга падает. Нет, они уже кидают. Ну, босс, посмотри на нас, ну, пожалуйста. Да-да-да. Максим, сейчас у меня тут лут. А, да нет, не в этом дело. Мне Дамир пишет. Так, короче, я его к тебе, Лен, перенаправлю. Что начинается-то? А все. А чё, вор будет ролить? Кто не подобрал? А я там убежал, не подобрал ничего. Пачку так, давай. Быстрее, быстрее выходим. Сейчас у нас тут как минимум 4 человека еще не вышли. Давайте кидайте. Квестик сдаем. Так, Марина, принимай. Марина. Особист? Неверно выбранная цель. Смотрите, сейчас я принимаю, я тут в альянс. Смотрите, лишнего да не примите. Так, раскидайте, раскидайте и заходите. Марина, группу прими. Сначала Алекса брать, потом заходить. Ну да. Куда Марина отбежала-то? Не забудьте квест сдавать. Че, заходить в снег тут? Секунду. Так, я снова с вами. Ага. Квестик сдаем и заходим в синяк. Блин, у нас же такая пачка была, да? Да. Кто, интересно? Валера, кто еще в твоей пачке была? Я не помню. Курну быстро. Окей. Значит, в моей пачке. Аня там была. Ой, Аля там точно была. Я тоже пока отойду покурить без них. Угу. Кто это туда Элиную? Кто это? Кто это? А, туда Алвинга надо. Да нет, меня туда. Я же там была. Ты там была? Да. О-о-о-о! Я же чё с Валерой оставалась. Да, мы на шухере были. Отошел на минуту.
А чё, кстати, Толи нету? А, Коля? До него не дописались. Эх, чёрт, убери. Филонит он. Вот давайте вместе без вот этого вот филонит, там не филонит. Не люблю, когда это слово употребляют. Так я так и не поняла, а чё у нас Дамир-то, он в игре или не в игре? Я если он написал, значит он в игре. В игре он. Раз он был в этом вот, в проме. Он в игре. В инге сейчас. Так я написала в этот, в WhatsApp. После того, как я написала, Фрида зашел, Гена, Дэн зашел, Адамир чё? Игнорит. В работе был? А какой работе он в проме был? Он в инге сейчас. Лен, поставь на себя там что-нибудь. Я поставлю. Сту. Чё это мои? Дамир как Максу писал там, ну, вот это вот, ПМ, что типа... 10 секунд, 8 секунд. Пять даю. Думаю, чего так медленно это? Урика нет. Нет, я без головы. Правильно. Голыми руками. Так хорошо, что мы сегодня так пораньше ее быстренько пойдем. Конечно. Да? Я на работу, блядь. Я не буду. Не говори. А, ты работаешь. Коля, ты тоже что? Да, я 3 дня работаю. Ну, типа 2,5. Я взял подработку, чтобы затариться в 3 часа без очереди. Прощай. Так, что, 3-я, погнали, да? Отказ. А что, прям уже погнали, что ли, думаешь? Конечно. Ну ладно. Так, направо уже сбегали, зачистили, ребят. Ага, нет, еще. Давайте, чистим. Направо убежали, зачистили все здесь. Дэн, мы их убиваем, да. Неверно выбранная цель. Так, стролили уже камушек? Или еще нет? Да. Да. А, отлично. Ну все, давайте зачищаем здесь, особенно очковых. Кто танк у нас? А Олег нам подойдет. Он подойдет попозже, поэтому ты там. Лен. А, ты очкового, да? Ну, попробуй. Да, я отключил его. Я пожирал его. Все, побежали. Обейте, пока я собаку покажу. Можешь. Пошить. Тамир написал вообще без комментариев. Так, а вы двойку ставите, я могу тут поставить? Можешь. Я сказал, что... к Лене. В смысле без комментариев? Мы уже писали. Все, босс объем. Ну, мне Лена сказала, что он типа на работе, хотя он в проме не прошел. Знаю, я написала в WhatsApp, кто хотел, тот подошел. Я тоже давай трусы быстро одевать в бане. Такси примчался. Бля, синек-то же. Гена, не умирай.
Ой, хилить надо, сори, сори. Не надо, я просто могу. Не надо, хорошо. Отработать более двух, угу. Ага, люблю свою работу. Иду сюда в субботу. Ганнах, можешь там море? Очень далеко. У него миссия такая. А, окей. Все норм, все под контролем. Мы сегодня в ущелье это сходим? Да, можно. Ой, какое-то сладкое слово ущелье, но, блин, отказ. Сколько раз я туда ходила последних, это полный привет. Мы нормально сходили последний раз. Какое унижение, отказ. Ах, мы нас так там очпокали. Я поднимусь. Ну, хорошо. Кастрюль. Блин, идиот встал по бабкам, чтобы в него не выделить. Давай, Алич. Полетку проверить. Банку. Да кого тебе хватит, Юля, этого вообще за глаза? Прыгай. Лен, у тебя все в этот выделены? Ну, весь Алиен, Бенин. Почему так? У меня, да. Неверно выбранная цель. Изменений не нашла? Ну, я вижу, но что мне? Что мне? Ладоши похлопать? Да. К нам пришли. Юля, ты почему прыгаешь вниз сначала, только потом открываешь? Ты подпрыгнула и открыла. Я подпрыгнула. Нажала открыли, а они не открыли. Я вижу, как ты летишь в пропасть, только там их открываешь. Потому что это очень интересно. Мне кажется, много, может, несколько раз откосить и не дамажить. Я встала. Где тут? Что за монет? Дырки? Да. Молодец. Блин, я на какой-то взрывной минус кил потратила. Уже убили. Следующий раз. Ну, я думаю, два художника мне многовато, так что можно это. Похлопка не глядя. Убираем кучку. Отлично. Появившихся разносим. Там у входа у вас, откуда вы идете, ребят, Лен. Да, да, в курсе, ага. Вот они, тут все. Отказ. Наконец-то мы успели, когда тут еще идет бойня. Неверно выбранная цель. Неверно выбранная цель. Дальше. Все, валим, ага. Я решил по короткому пути пойти. С очками маг забить. Если заблудилась, возвращайся к тем, которые там на шухере стоят, и помогай им, и вернешься к нам сюда с ними вместе. На старт возвращайся.
Че, Марин, пошли? Да, подходите. Пойдем. Юля нашлась? Неверно выбранная цель. Отказ, Саша забирает. Давай, поливаем остатки, чтобы нормально зашли ребята. Прям поэт. Правильно, получается. Да, я-то не поэт, поэтесс у нас, он Йеннифер. Гитарист, тогда нам собираешь. Вика? А что с Викой? Да, она поэтесса, ты что не знал? Нет. Поэтесса? Оу, Макс! Да. Я ей предлагал батл, а она отказалась. Чай-то. Я прям огорчен. Так она ж поэтесса, а не рэпер. Так, в смысле? А я чё, рэпер, что ли? Стихи сочиняю, хорошо. Да, заходим. Я стихи сочиняю, а не рэпер. Единичку киньте на поведение? Конечно, кину. Что за стихотворный батл средние века, что ли? Нет. А какую-нибудь тематику у кого спать не получится? Чё, нет? Интересная история. Так, Енифер, погнали. Енифер, да. Она стримы не смотрит наши. Говорит, что ей некогда. Грустная история. Сдаю КСА. После этого КСА. Сдаю КСА. Сдаю после этого, да? После этого, да. Там уже весел просто КС. Сдаю через 40 секунд. Из-за шторма сейчас будет ураганчик. Блин, знать буду я. Право-лево, право-лево. Ох! С середины вышел один. Я даже не сомневался. Шаманы. В смысле, притык под ко мне, подойди. Назад. У тебя неправильно отображается. Даю кайсом. Нет, я не там стою. Назад, еще назад. Стоп. Он у меня бежит, все равно. Надо релогнуться, значит, после этого захода. Ну ладно, постою. Перехват. Ураганчик. Готовимся сейчас к работе пушки. Уже появились? Нет. Нет еще. Ну, а ураганчики появились. Вот, да. Появились. Два новинки. Пушки. А я выдал. Пушки юзайте. Спасибо. Захватило тебе? Заюзал. Да? Давайте, пацаны, у вас ровно 2 минуты всех замочить. Заюзал. Перехват. Трэш, конечно. Ты уже тайминги высечешь? Марина! Я под Олегом. Короче, где-то... Шаманы. Блин, так красиво все было. Выброс. Кто не завязал? Я завязал. Кто-то не завязал. Я завязал. Я тоже завязал. Проверьте инвентарь. Я в ураганах. Нормально. А главное, что они вот видишь между нами с тобой. Видите, нормально. Угу. Потрясающе. Спасибо. Не нравится, что ли? Так, пушечку. Парень, не надо сделано. Пока, не надо. Пока на мне не надо. Дыхание льда. Саша, не осталось шарика розового? Полина, сильнее меня! Там прикол.
О, на сопле оставили. Подожди, подожди, я знаю, что сейчас делать. Не надо, хренушки тебе. Ёлочку, она что-то хотела у меня. Спасибо, давай. Так, все живы, здоровы? Давайте. Так, не забывай мне в ПМ кидать. А, в ПМ кинули, все отлично. Так, а что, может, кто-то не забрал просто? Не знаю, ну, я сразу забираю. Квест давайте. Что, пацаны? Аниме. Ну, пожалуйста. Так, кто в прошлый раз взял на атаку крылья? Я. Ага, Валера сейчас на атаку забирает крылья. Блядь, у Дамира же паролей, кодов нет от вашей этой притащи группы. Притащи его. User was moved to your channel. Это оружие с рудрой ПВЕшное. Оно одинаково, да зачем оно? Нет, там оно одинаково, как и оно одинаково, как этот. Бежал, как захватчик. Но это выроленный в максимум безжалостный захватчик. Вот так я скажу. Там нужно этой максимальной бури. Там дальше так есть еще. Да, там есть еще какая-то там. Замедло нужно кому-нибудь? Крылья на замедление, кому нужны? Спасибо, есть такие. Так, крылья на замедление, раз. Мне нужны на пол. Неукротимые бури. ПВП на замедление. Нет. Юля, будешь? Ну, замедление это ПВПшный. А атака нет. Ну, атака это атака. Замедление это замедление. Так, меч. Кайрон. Меч есть. Кому-нибудь нужен? Олег, Гладу, меч тебе нужен? Убирать. Нет. Люба, тебе нужен меч? Нет, не нужен. Фрирол. Крылья, замедление, еще раз. Кому-нибудь нужны? Нет, если вы дадите, я на ПВП поставлю. Забирай, Люба. Спасибо. Так. Где нормальный ценный дроп? Все остальное. Фри. Последний в заходе будет. Ну давай ручонки вытаскиваем. Сейчас, секунду, секунду. Все. Фри ролл по одному эпику, как я и говорил. Это гнев вечной зимы, это крылья? Нет, гнев это меч. Это меч. Это фри. Четырнадцать, понимаю. Чего страшно бывает? Не судьба, похоже. Оба, но я получила что-то. Нет, когда было 935, я вот понимаю. Чего, почем теперь эпик синек ты нормально стоит? Или вот на полировочку сломать? Хочешь, я этот тебе скажу, сколько он стоит? Ну-ка, давай. Перчатки две скопил. Меч недорого стоит, 12 400. О-о-о! Так, почему я не с рулем? Я больше не ролю. Вообще. 9 раз бокалейщику сдашь, выкупишь и закроешь ачивку. Щитки строят 3,5. Продам все. Быстрее выходим из альянса, кто все вышел. Щинели, что там, кто-то релогаться хотел? Че мы после куда пойдем? Давайте я рядом. Что, у меня не можно я сейчас быстренько в крепу метнуть? Метнись. Алтарь у нас после будет? Нет, Беня, пока мы все вместе. Беня? Да. Беня, Колечка, да. Беня, вы че? Беня? Там два пера, у меня еще не все совершенки. Два пера. Какие совершенно? А, пера. Блин, с империями. Павлином скоро станете. Да, да, да. А ты, походу, уже, да, там ходишь, хвост распушил? Нет, у меня еще не хватает. Вот тогда.
меня одно не вырубили. Смотри, всех подряд не бери, только которых у меня есть лишние. А, два у меня не сделаны. Блин, реально тут лишние. Что лишний? Вон Дамир стоит уже тут, видишь, уже ждет его. Геночка, ты вы так о себе... Пароль-то ему не скинули? Уж пора запомнить наш пароль-то. Я же притащила сюда. Зачем запоминать? Пароль на то он и пароль. Я тут видела, вот. А, привет. Привет, Дамир, а что тебя выкинуло? Стендлок. Автолок? Так, по-моему, все. Нет, не все. Ты посмотри-ка, святая. У меня еще нет. Я у меня не... Блядь, я тебя могу, Марин, только исключить из альянса. Не надо. Поржем. Это тоже выбор. Да-да-да. Сейчас вернемся. Так, а у нас, вон, я смотрю... Ой, так, Валера, давай мы Геночку тебе дадим. Дамира я возьму себе. Потому что. User joined your channel. А еще кого-то одного нету. И раунд нету, она отошла. Я сейчас буду. Марина, ты тут? Тут. Че, посмотри во второй группе, так? Далее отходим. Да вся пыль. Ну, посикать, наверное. Надо под себя сразу. Ну не, ну что вы, Колечка. Ванкерс один. У меня горшок рядом. Какой под себя? Мы нашли имя, у нас все культурно. Горшочек рядом стоит. Горшочек рядом. Сошла, присела, да? Ну, Коля, блин. На месте. Да. Под собой сразу. Готовность, трещи прожимаем, мы заходим. Нет, Алия отошла на 5 минут, Фиани. На 5? Далеко же у них горшок. Сначала другая отходила. Олег? И распред можно поставить? Так. Давайте заходим, 5 минут у них будет, у них даже 8 минут будет. Ой, чтобы догнать нас. Чё, мы мне черепушку поставили, а? Разнообразие. Сейчас вот разнообразие все. Представь побегут, себе, что я... это худая жопа. Что? Да, то, что от нее осталось. Не булочки, а кости, да, да. Да, 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 да. У меня на жопе черепушки нету. Начнем с ну, этого. Ну, не знаю, не видели. Может, она у тебя прикрыта была. Мясом? Трусами представить, что на глазницах было. Татушки свои зачетные скрываешь? Булочками. Да, пацаны. Сейчас все стоим такие скромненькие, стоят эти черепушки с глазницами. А, твои головы. Лена, ты что не заходишь? Пытаюсь, мне тут оживёт. Какие ты страсти, Юль, рассказываешь? Же Юль. Не, ну глаза. Ах, конечно.
Напоминаю, ребят, у нас сегодня данжи. Марина, что ты на меня воткнула? Первым мы решили пойти синек, то сейчас у нас третий заход, останется четвертый. Поставь, пожалуйста, звезду. После нее мы уже пойдем, скорее всего, в Беню, потом Алтай. Нам еще также нужно закрыть сегодня... Юля? Олега данж? Да-да. По-моему, сегодня Демора нет. И жопу поставь. Ну, если не Олега данж, то мы будем закрывать промо твинами, потому что... Мне нужно перо. Меня задницы. Я еще голый. Печально. Уворачивайся, Макс. Не смог. Какие люди здесь собрались? А как ты собрался сегодня Лего Данж закрывать, если Демора сегодня нет? Так в этом-то весь и прикол. Ты что, не знаешь? Главное это правда. Ты не знаешь, как закрывать Лего Данж, когда нет Деморы? Нет. Ну. Расскажи. Ну, просто туда не идти? Никак. Ну я тогда промолчала, просто подумала, вы это отмечали. Да шутим, мы шутим, конечно же. Просто это был у него повод, чтобы собраться, понимаешь? Ну конечно, все услышали, а, Олег и Данж, сразу все побежали, а, давайте быстрее снег-то закрывать. О, бля, а где портал, да? Тык-тык. Он в другом месте, бля. Че там с танцполом, а, Сережа? Ну, бомба, взорвать танцпол. Так, я уже не бомба, я уже звезда. Ну ладно, не ты, кто-то другой. Звезда танцпола. А, да-да. Погнали. Ой, кстати, танцпол-то, да, на танцы бы не, это, не мешало. У нас все кафешки до 11 работают. Такая я как же. Подумаю, что прийти, блин, поплясать... В кафешке в 11, даже, я говорю, даже не как Золушка, и то... Не, вот, у нас разрешили работать кафе в новогоднюю ночь, но ставить столики на улице. Это вообще просто тема, блядь. Тема года, нахуй. Отмечайте новогоднюю ночь на улице, блядь. Это ты где-то так обитаешь, что ли? А у нас Питер. В Питере, представляешь, я был бы в Сибири, да? У нас 35 сегодня, новогоднюю ночь поставить на стол. Да. Питере тепло, но... Не, ну типа, ладно там, господи, бутылку-то на столик поставить, постоять-то можно. Правительство Санкт-Петербурга буквально на днях публиковали. Не, ладно, со спиртным, да, хорошо, поставил на улице, оно хоть и не греется. Сам греешься от него. Да. Не, мне я прикалывает, толпа народу, но, такие это, устойчик стоят на улице, мне, пожалуйста, салат Цезарь, это там, блядь, пасту карбонару, блядь, да. Я бы на вашем месте брала теплый салат, ребята. Да, не говори. Ну это вообще просто. Ну в этом есть некий экономический смысл, типа, когда вы там пошли чуть погуляли немножко, да, и там куда-то зашли, быстро что-то перехватили, и так далее, но это бред. Дома куда лучше уж. Ну, потренируйтесь готовить, в конце концов. Нет, тема, блин, разрешили, но на улице, как бы, вы что, угораете, что ли? Это бред, на улице разрешать не надо было. Да, на улице бы и так, блядь, сели бы где-нибудь. Не все знаю, у подоворотни, блин, последний, на скамеечку. Разложили бы свои сумки и все. Это же вообще просто финиш. Что еще мне интересно придумать, блядь? Ну а на улице, если ты будешь стоять ближе 1.5 метров к другому человеку, все, тебя скрутят в автозак и поехал. Ну. Нарушитель. Поехал кататься по ночному городу. Да. Общаться с интересными, незнакомыми людьми. Очень интересно. Это... Проедемте в отделение, я вам елку покажу, блядь. Там вас ждет Дед Мороз с подарками, блядь. Скорее уж Дед Мороз. Дед Мороз? Да. Конечно, вот на улице же он все мероприятия проводит, так что... Смотри, у нас такого еще не было. У нас очень много хилов. Судово, сука, кочуга выпадет. Конечно. Только мне она не нужна, поэтому вы как-нибудь сами справитесь. Поэтому два как хила осталось дома, так и останется.
Нет, ты слышишь, да, ему Марина? Я не могу, какой дерзкий, смелый. Приветик всем. Привет. 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 А что-то вы рано сегодня? Ну вот. Сами в шоке. Подфартило как-то нам так собраться. Сколько вы уже раз пошло? Два. Отказа. А это сейчас третий или второй? Третий. Давай, 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 соединяйся. Сейчас, если... А Надю-то возьмите, я начала Леонавка. Я ей писала, она меня отвечала. А у нас фулка же, нет? 2, 4, 6. Это фулка, она мне писала и... Так, думаю. Я писал, я не ответил. Так, если что, у меня за рулем Лилька. А я ничего не делала. Да, тут он подумал, что так классно играть стал. И прямо столько разницы. Очевидно. Да, нам поперло прям. Ну все, по-любому, что вам ничего не выпили. Я подниму. Что-то и дело, что очко вы заберите, пожалуйста. Не надо. Да, да, сейчас. Так, что я захожу? Третья группа отказ. Неверно выбранная цель. Господи, как хорошо, без булавы, без ураганчика сегодня. О, сейчас кто-то наговорил. Нет, нет, нет. Марина уже обалдела там стояла, теперь, наверное, моя очередь. Наконец-то, блин. Как у нас дергаться? Блин, я уже позвонила. Вов, у меня к тебе очень много вопросов. Да. Чисто ради прикола. Как ты помер? Не, по левой разок упасть, это нормально. А то есть он спецагент? Там? Понятно. А? Спецагент получается. То есть он плевал на то, что он ган, уже они сим. Он да. Входит там, он пошел там. Молодец. Вообще. Да как оказалось, Закл тоже может спокойно проходить. Да тут все могут так. Не, не все классы могут. То есть, я так понимаю, Химик, ты сознательно подводишь Вову под знаменатель, тем, что Закл спокойно проходит. Не, он просто мне показал. Что он тебе показал? Эй, бейте его, бейте быстрее. Сейчас, это, я далеко убежал. Сопродамажьте. Отлично. Белим. Разносим остатки роскоши. Иди, иди, иди. Это незабываемое ощущение виртуальной реальности, когда по твоей руке стекают слюни и такой холодок, как в синекте, проходит. Вот он, киберпанк, который мы заслужили. Че, играли в киберпанк? Да. Ну как? На ПК не так плохо, как на консоли. Ну, у меня на ПК на максималку стояло. Ну да. Ну, не без багов, не без приколов, но... Но у меня проблема единственная была с деревьями. Деревья, которые за зданиями, прорисовываются как черные. Сквозь текстуры. У меня было много багов. Я внезапно начинал падать с высоты небоскреба почему-то. Хотя я просто шел по улице. У меня штаны не одевались.
Ну, это не такое, что одеваешь на него штаны, а у него писюн, блядь, торчит. Что, блядь, переодевать заново штаны? Я много времени потратил, чтобы смоделировать ему писюн. Да вот. Нет. Может, там порядок какой-то? Я не знаю, Макс там говорил, час у него кто-то настраивал, я не знаю, там всего три настройки. Может, там кто-то разглядывал нет, час, блядь. Нет, приколы были, типа перенастройка персонажа, ну не только писюна там, но еще и женских прелестей. Вот, он говорит, баловался с этой херней где-то около часа, а потом поиграл. Пипец. Потом поиграл с чем? С игрой. Вот это, кстати, вопрос, который остался открытым. Да, да, да. На самом деле, вот с этими багами, с раздеванием персонажа, у которых прорисованы половые органы, это просто русская рулетка на Твиче. Там раз засветил какое-то это. Угу. Непристойный контент, все, свободен, давай дальше наберешь. Заходим. Погоди. Ага, молодцы. Заходим. Ну такое, как бы. Я сначала на максимальном уровне сложности пошел и застрял на одной миссии. Плюс я там не допетривал еще много. Сейчас, по-моему, на средней сложности. Ну так побыстрее я не делаю пролог. Как бы я его делаю, но больше заданий делать стал. Поинтереснее немножко. Есть. Чем хороши эти игры, что каждый может играть по-своему. Ну да. Господи, Марин, ты качала вот это, о чем они сейчас говорят? Нет. Слава богу. Подожди, а если бы поняла, то что бы было? Это же бред какой-то. Я так понимаю, это киберпанк, это что-то там вообще непонятное. Коля, мне понравилась эта игра. Я думаю, явно не для меня, у меня птички в голове. Это не то. Ну, такая, на любителя. Я сразу сказала, что это не, ну, не мое. Кто, кто играет в шутеры? Почему в шутеры? Не. Нет, от первого это лица RPG? Это вообще игры. Это просто... RPG, это Skyrim, да, кто RPG играет. А, да. Я вижу, ну, да. Просто я как объясняю. Что тебя он уже херакнул, да? Создаю. Отдыхай. Шаманы. Есть. У меня вот это. Я торможу, когда первый раз его вижу. Я сплю. Скажем так. А у меня все первого дропа, да, получилось? Вчера вообще трэш. Я вчера просто засыпала. Марин, ты на голове, да? Да. Вчера в игру заходила? Да, не поняла, да. А че, кто мне? Как я в урагане, Марин? Как ты в урагане? Он здесь даже не должен быть еще. Вот гад, а? Готовимся. Сейчас юзать будем. Я за всеми пристально буду следить. А, они еще здесь, вот они. Вот, забирай сейчас. Появились, юзайте. Появились, юзаем. Давайте, зайчики, до следующих ураганчиков надо грохнуть. И все будет красиво и шоколадно. Так. Тот не заюзал. Кто один? Я. Давай. Марина, чё? Кого сможешь? Смотри, тут опасно. Он быстрее, сейчас они заполнят. Не могу, вот это легко. В смысле, я стою под Валерой. Под Олегом. Я в сосульке. Горе на шамане. А где вы там дохнете? Вы вверху, что ли? Интересный выброс наш. Даже это не задевал здесь. Справа по щетке. Меня поймали. О, Марина, Валерка, снимите с меня это говно. Я знаю. Спишь, ой, Марина, Колю ресай. Конечно. Видел это? Подъем, рота. Да. Все, добиваемся. Козырное место просто. Все, умирающий, резко.
Этот, вытащи ты по-братски. Спасибо. Лена! Так и знал! Где? Выйти, выйти! 9 секунд, выйти! Ребят, если что-то интересно, задавайте вопросы. А также мы собираем данные, какой конкурс нам провести в последующих стримах. Что разыграть? Где я стою? Вот здесь ты у меня стояла. Господи, где ты вообще? Где ты есть-то? Ты вот, ходишь? У бортика, Лена, с другой стороны. Так, добиваем. 38 метров. Ничего себе, где я стояла под Олегом. Так, а я тебе говорю, а где ты вот здесь отображалась? Ждем Аню. Я не понял, что ты что там крикнула? Упала? Не забываем, кто сролил хорошие вещи, мне в ПМ линковать, кто еще не линканул. Я линканула, получилось? Ты линканула, да. С прошлого захода. Да. А что-то было уже хорошее, нет? А что было все впереди? Опа, не шутя. Кольчуга! Ура! Нет. Такое вообще. Я тебя в ЧС добавлю, понял? На самом деле кольчуга есть, но не та, которая нужна. Но есть еще кое-что. Булава слабость. Жить у меня семеро у меня есть. А у меня нету. Так, у кого еще нет булавы слабости? У меня тоже нет. Так. Но у Винга тоже нету такой истории. У Винга, по-моему, там есть что-то еще такое, помимо этого. Дайте у меня корпус. У меня корпус и крылья. Так, ну значит ты сегодня... У меня ни крыльев, ни корпуса, ничего. Девчата, да нет, пожалуйста. Да, конечно, без проблем. Да, меня никто и не зовет, чтобы я сюда ходил. Я так дырки закрываю. Марина, а у тебя щит есть? Щит на слабость нету. Так, давайте, я кидаю. Марго и Марина, давайте, рольте. Услышали? Да. Ах, Маринка сейчас выкинет опять. 9-9-9. А, чё, нет, такая штука не нужна. Вот это жесть. Чё ты выкинул? Хера, Леной, 934. 873 тоже неплохо было. Ну, Грац. Может, и на моей улице будет правильно. Кольчуга магическая. Увеличение скорости движения. Кому надо? Мне надо на продажу. Быстрый хил. Ничего подобного. Полетело. И полетело сразу. Еще куртка очень ценно выпала. Антишок. Короче, фрирол все остальное. Даже я согласна, что какой-то бред. А может, ребенок у кого-то заплакал с такого лута? Так у Макса и заплакал. Он же там кричит, я не знаю. Он же сказал, что она за него играет, сидит. Ощущаете, что сейчас погоди, она все как зарулит. Блин, сорян. Ну чё ты там? А ты перед кем извиняешься? Это не ты. Ты пролетаешь. Все нормально. Не, ну там было близко, 957. Ты пролетаешь. Интересно, можно уже рулить реликт? Я бы тоже хотела. Знать? Так, хотелки свои придержите уже, а? Этот, сролил там тапочки какие-нибудь, щитки. Мне на 100 лямов надо продать. А перчатки? Да, да. Перчатки тоже могут ролить реликт. Коля, не прибедняйся. Ты посмотри свой этот инвентарь, по-любому продашь. Все хорошо. Не, у меня ничего продавать. Не надо, Лена. Зайди, посмотри, у меня даже сотки ляма нету. До конца слуха не решили, быстрее выходите из Альянса и рекрупаемся. Мне тут это по ушам бьют. Говорят, хреново играешь. Батя, да, я покажу, как надо. Сейчас она покажет. Значит, порвет клавиатуру просто.
Блин, ты веришь, нет, я только подумала, тебя надо в пачку взять, и тогда Макс нас обеих возьмет. Тут бац, и ты. Мысли сходятся. Давайте, продолжайте. Это кто такой спидфаст? Олег, а что ты не можешь вступить в альянс? Не вышел, наверное, из альянса. Все вышли из альянса. Я последний всегда выхожу. Слишком большой. А у него, наверное, уже горит приглашение. А меня никто не принял. Ты мой сладкий зайчик, как же тебя не приняли-то? Спидфаст это не наш. Да, кстати. Да. Ты мешаешься, тебя здесь нету входа. Конечно. Я на бафчик. Вот он слева стоит в ассисте у Винга. Ну ты посмотри, короче, что ты его ассистишь, а, Серёжа? Но мне же надо понять, кто вражина. Сразу в таргет берешь. Брось, брось. Так, все, все готовы, все зашли. Давайте пока потихонечку раскидываем и заходим. Это что, у тебя дочь так там? Да. Прикольно. Пошел носик. Она сейчас с нами поговорит и расскажет нам сказку. Как дед насрал в коляску. Да, лучше папку. Чтоб никто не уволок. Чему ты учишь? Папка рассказывать вообще не умеет. Кто тебе вообще доверил, детеныша? Мамка, конечно же. Интересные сказки вы там рассказываете. Мамка, наверное, там... Мамка рядом, наверное, сидит, угорает. Ладушки. Этот, мамка ушла... Как по папке сопли текут. Ну так самое время учить дочь уму-разуму. Жизни бытийской. Вот и учу, чему могу. Чё знаю сам. Хотя кого я обманываю, ни хрена я не знаю. Ага. Батя ни хрена не знает. Да, химик. Заложила дочь тебя. Вообще. Как Павлик Морозов родителей. Так, чё, это last? Угу. Last. Last fast. Это хорошо. Блин, отойди, надо на минутку. Я почему-то именно в Синекте, когда мы проходим крайний заход, я все время вспоминаю грозу и вот 10 заходов. Прямо... Я все время вспоминаю, как полночи сидишь и синек турачишь. Это что? Вьетнамские флешбеки? Да-да-да, есть такое. Взгляд сразу затуманивается, появляется ужас в глазах. Дрожь в руках, да-да-да. И сразу меня тянет в сон. Да. Я потом после этой грозы 2 дня спала. Просто, блин, вот 2 дня. Только лягу и все. У меня сестра говорит, это страшно. Только голова к подушке, ты уже спишь. Так, давайте, начинайте пока. Я сейчас отойду ненадолго в этом-то. Я думаю, разберетесь. Че, за сушами пошел, да? Не-не-не, супруга еще не пришла. Кстати, после этого захода... И продолжение. После этого секунду, захода мне будет... по ушам просто бьют. Будет после этого захода. Я тут воспитываю. После этого захода будет перерыв небольшой. Насколько? Насколько? На минут 40-50. Окей. И потом все остальное. Небольшой.
Вы можете пока твинами закрыть хард-прому. Я когда полечу, ничего страшного. Мне не принципиально. Да потом тогда вместе закроем. Да, Дэн, Биня. Да, потом хард-биня. На работе посплю. А, блин, точно, ты же на работу. Вов, а ты с Володом связался? Он там что? Не в сети, видимо. Не слышит. А лучше. Он что, тоже, наверное, работает, да, Толик-то ваш? Толик болеет. Мы вчера с Вовой ходили бухать. Вот. И, да, с нами должен был пойти Толик, но он заболел. Я думал, он уже после болел. А нет. Ну, видимо, там что-то. Печально. Ну, и только я, и мой консолый 7. Сейчас ганнер. И 40. Крутяк, чё, блин? Хил, син, 40. Заходит как-то в бар, хил, син и 40. Бармен им говорит, пошли нахер отсюда, да. Так, ладно, пацаны, оставайтесь, мы пошли. Так, не ролим. Ролик нужно будет. Да. Алим. Врубай машину. Аля, нас хоть слышит, нет? В откате, в откате. В смысле, в откате? Куда делать? Бенз закончился. Я нечаянно заюзала, когда того моба. Или... Скажи, ты нечаянно заюзал первый раз за все те года, что мы ходим в Синекту, и ты первый раз говорит, спросила, да? Где карты? Ой, я нечаянно, вся пачка лежит. Да. А чё они такие большие? Просто вы слабое звено в этой пачке. Слышь? Хуля, я не понял. Я про случайно, и вся пачка лежит. Ой, я спать хочу, сейчас рот порвется зевать, честное слово. Лучше так. Не продолжай мысль, пожалуйста. Не, я не собираюсь. Я слышалась или Люба там что-то пытается сказать? Потом, когда моба убьете, заберите с воителя авангарда полгуна. Третья пачка отказ. Первая группа слева на мобе. Угу. Наш глад. Благодарю. Аля, ну чё, кого там? О, молодца. Каждый раз пробегаю мимо травки какой-нибудь, думаю, блин, надо же прокачать сбор, надо докачать сбор. Лена, это 3 часа делов.
3 часа делов. Амулетов у меня сейчас на куча. Но 3 часа, ну, причем докачать, да? То есть, что, докачать его? Я не знаю, я за 3 часа я что там качал? Выше, ой, преобразование, где там 400, по-моему. Ага. Что у нас так, сейчас идет? Энергокинез. Энергокинез, да, наверное. Цепь-то брать, чтобы все. Ну, если бор? Сейчас быстро я он делает. Я там качал. Но все равно 3 часа тратить. Ну, если накат будет, то да. Высшее преобразование качал. Ну, я там денежек надо, конечно. Накачала тогда, когда мы узнали, что там оно нужно будет в какой-то там этой версии. По-моему, еще на Абероне были, да, Коля? И мы тогда преобразовали. Да. Я прям перед самой обновой качнула его до 300. Спасибо, дурим. Ну, я после обновы качал. Ну, удобненько. Удобненько было. Что стесняемся-то? Чистим, чистим. Я чувствую, что я засыпаю. Походу я к Бенни уснул. Люба такая уже не спать, знает, к чему это может привести. Горшки, да. Беложится, как бы вредно. Да-да-да. А у тебя сколько времени? 12? Ой, сейчас 12. Первый час. Я уже который день говорю, ребята, я полчаса прилягу, отдохну и все. Вы не позвоните. Да, а только если в двери попинать, и все, можно разбудить его. Я помню, мы тоже куда-то собирались, я тоже сказал, что пойду прилягу, короче, пока мы ждем человека, а до меня дозвонится вообще через 1.5 часа. Не, я главное не слышала, как вот мне звонят, но я потом увидела, как ДД написал, типа, я баиньки спать, и вот это я почему-то услышала, что WhatsApp пиликнул. Ну, да. Глубокий сон и хочу короткий. Да. Быстрый, медленный сон. Короче, как-то так. Так, что у нас? Где еще? А вот здесь где-то. А нету этого еще. Что, один у вас остался? Огонька нету. Без огонька идем, получается. Че, Макс, мы уйдем? Так. Максим. Что-то очков не хватает. Ну, хватит же. Я без наушников, но я сейчас добегу до РБ и отойду еще. 6601 хватит нам? Еще нет. Одного где-то. Надо поднимать. Еще одного искать. Надо еще, да. Ищите очкового. Где пропустили? Я нашел еще одного. Давай, гаси его. Как обычно. Гони его, насмехайся над ним. Где Макс нашел-то? А направо, когда уходить на третью дорожку, вы не всех убили. В смысле? Ай-яй-яй, такие были. Ну, не третья дорожка, а ребята в первой и второй группе, которые должны были зачистить их. Слева. Зачистили. А, слева все-таки. И справа. Справа, но потом слева. О, потом слева, да. Ну где, короче, снаряды и на робота там это искали? Да. Все, я бегу. Обращайте внимание на мой ХП. Где очень сложно это сделать, у меня уже сработал рефлекс. Знаешь, вот это у Марины почему-то нету этого
Жду, упадет, не упадет, блин. Да, да, вот они вместе, блин. Походу этот подруги лучше. С Леной. Добежит, не добежит, упадет, не упадет. Ну это же женщины, они же кошки, по сути, им интересно. Знаешь, как стаканчик со стола спихивает, упадет, не упадет. Порвет такой, Макс прибегает, а у ног такой разбивается, мы упал. Банка, банка, Ати. Заходим? Да. Дамаг. Уже дамаг? Дамаг мы, блин, еще не зашли. Давайте, давайте, заходите, у вас есть возможность зайти. Чем фуловит дамаг, тем лучше. Даю кайса. А я дам. А, там есть уже слабость. Ну надо же, а. Давай, кому ничего даёшь? Никому не дам, короче. Вот так вот. Этому дала. Да вот в том-то и дело, что в пролёте. Там вечно курим в сторонке. Гарри. Она обещала. Кайса дал. Я уже ушла. Поржём опять. Пусть побежал стороны. Налево. В центре остановился. Я в ледышке. Вот прям по центру же он. Ну, он вначале налево побежал, а потом остался. Это он, знаешь, что, алгинку назовет он, да? А, нет, блин. Выброс. Шаман. Интересно, а ветерка можно туда спорить? Нет, на них никакие ни баф, ни дебаф не действуют. Баф, понятно, не жалко. Это как душ примерно. Перехват. Перехват. О. Саша пролетел передо мной. Мне всегда это прикалывало, когда в манорне, знаешь, херачишь, херачишь. Этот Дэн побежит, например, туда. И его хоп, тоже перед тобой такой пролетать. Оп, ветра сзади, два ветра с левой стороны. Да. С левой стороны давай забирайся, врагончик. Пушки. А вот это вот рано было сделано. Ну и ладно, я дяну выйду. Не надо. Вязаем пушки. Марина, еще, еще, давай, Мариночка, давай. Давай, еще, Марина. Завязал. Я тут уже больше, что ли? Еще разочек. Сычок. Еще. В центр поехали. Надо с центра, ну, забрать. Благодарю вас. Да. Я хильнул. Шаманы. Шаманы. Не получится, я тоже. Отвечала. Давай, Марго, твой звездный. Ну, сейчас я посилю тебя. Подожди. Выбор. Давайте, живите там. Они на мне. Как мы будем? Три штуки на мне. Нормально, нормально. Нормально живем, чё. Я встану. Ой, 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 ой. Блин, не бежали. Главное меня не хилить, пожалуйста. Не хилить? Нет, нет, нет. Ей проще умереть. Ее надо положить. Эх, Серега. А что, Серега-то, я здесь при чем? Не-не, хилил-хилил и сам встан стал. Да тут три кнопки нажмешь, все, на тебя уже вся эта шобла летит. Шобла. Сейчас Глорию подниму. Она там где-то наверху далеко. Я, да. Спасибо. Спасибо. На здоровье. Было бы за что. Открываем. Что открываем? Подожди, где сундук? Так, если там будут крылья на атаку, никому ведь больше не нужны. Мне, верно? Мне, я одна осталась. Не одна, видимо, да? Не, я вторые, я те, что оставил на захватчике. Крит, пожалуйста. На захватчике. Так, ну, все встали. Подождешь. Давай кольчугу. Подождем. Мою Марина, видишь, я уже прямо болею. А, ну давай, ты, Марина, кольчуга, ну, не знаю. Ну, по дядя.
Магическая кольчуга жестокого захватчика. Это не то. Чё? Жесть. Так, гримуар, слабость. Мне не надо заберить. Конечно, нужен. У него же не было ни гримуара, ничего. Он же тебе всё. Да, ему такой грим нужен был, да? Слабость. Да, а еще какой-то есть? Да? Но давай, есть... дай. Короче, дайте Дамиру дело с концом. Забираю, да. Все, забирай. Дамир забирает. Грацули. Замедление крылья кому нужны? Нет. Нет. ПВП хилам только. Так, еще раз. Точно никому не нужны? Крылья, замедление. Фрирол, ну. Все, тогда я пускаю на фрирол, раз никому не нужно. Все, остальное на фрирол. Все, всем спасибо. Спасибо. Тебе спасибо и всем спасибо. Остальным спасибо. Спасибо. Ну что, через часик? Да, да, через часик давайте. Я усну к этому времени стопудово. У тебя разбудит, Коля. Если я сам не усну. Он тебе, он тебе позвонит и такой: «Привет, сладенькая». Угу. Скажешь, я трубку не возьму, я буду спать. Да, да, да. Ладно, ребят, закругляемся, мы не прощаемся, встретимся минут так, ладно, через 50, супер. Ну, наверное, через час все-таки. Может быть, и мы это, там уже своей пачкой сходим. Там что-нибудь замутим? Чё, давайте, не прощаемся. Зачем? Динами?